Не секрет, что я, находясь в Украине, очень много взаимодействую с представителями украинских властей по тематике санкций. И, в общем, весь этот механизм, каким образом работает санкционный механизм, там мы про это много раз писали, говорили, объясняли о том, что есть в Украине центр, рабочая группа, которая вырабатывает эти самые санкции, потом они координируются по другим странам Запада, эта позиция так или иначе согласовывается, она не идеально согласовывается, то есть какие-то страны налагают санкции по тем людям, которые предложены Украине, какие-то не налагают, но в любом случае основная инициатива, основной центр, где ведется эта работа, где разрабатывается, это Украина. И в разговоре вот этого Ахмедова с Пригожиным, Ахмедов, как человек погруженный в тему, он, в общем, сказал о том, что он это понимает. Он там говорит, вот там всякие украинцы, какие-то, значит, там русские из числа уехавших, вот они, значит, это все на нас делают, они это все планируют, а мы вот после этого невинно, значит, страдаем, ну и там, значит, все крепкие выражения по ходу, которые там были. Но в то же самое время никому из российских элит не приходит в голову пытаться с Украиной, тем не менее, договориться на эту тему. Ведь там, ну, Украина сформулировала требования, которые нужны для того, чтобы там сниматься с санкций и так далее. Я вижу, что все равно ее субъектность в этом вопросе российскими элитами не признается. Да, конечно, российская экономическая элита считает, что все решается в Вашингтоне, а зачем с кем договариваться с кем-то еще? Здесь точка зрения никак не отличается от путинской. Не будем забывать, что все это экономическая элита путинского периода современной истории. Да, и Путин к ней принадлежит тоже. В 90-е годы он был, так сказать, среднего уровня бизнесменом в этой системе. Да, потом он стал президентом, но при этом бизнесменом быть не перестал. Только из среднего стал очень большим. Напомню, что моя книга «Бизнес Владимира Путина» вышла еще в 2005 году. И я не разочарован в ее выводах за минувшие 18 лет. Они скорее подтвердились, чем были опровергнуты ходом истории. Поэтому, да, как вот, ну, сейчас они рассчитывают на суды, в первую очередь. Насколько я вижу психологию подхода российской экономической элиты к снятию санкций, что это нужно, этого нужно добиться в европейских судах, поскольку судебная власть независима, а система аргументов, что нет никаких правовых актов, которые регламентировали бы санкции, нет никаких законодательных или даже на уровне прецедента в островном праве согласованных критериев подведения под санкции, означает, что все это покушение на частную собственность, и, значит, под санкции надо выводить. И сейчас главная мечта российского элитария — это создать такой прецедент. Словный Хаймович, значит, выигрывает суд в Лондоне о снятии санкций, и здесь пробка вынимается из ванной. Опираясь на этот прецедент, дальше, так сказать, все остальные представители РФ-элиты тоже добиваются чего-нибудь подобного для себя. Ну, кроме тех, конечно, кто уже ворвиглаз связан с Кремлем все-таки. Но при этом они же боятся Путина, ну как же вот сейчас он пойдет и скажет, что он за поражение РФ в войне, и тут какой-нибудь Петров с Башировым к нему и придут. Не говоря уж о том, что все эти люди по-прежнему имеют экономические интересы в РФ. Эти интересы никуда не делись. Очень мало людей, типа Тинькова, которые полностью от этих интересов избавились. Но сейчас про оппозицию мы поговорим отдельно. Все-таки есть важный первопроходец, формулятор многих важных концепций, которые реализовались на протяжении путинского правления и вообще ключевой столб путинского режима, который идет именно тем путем, о котором ты говоришь. Это Роман Аркадьевич Абрамович. Он-то вот и пытается договариваться с Украиной. Посмотрим, как у него это получится. Сможет ли он с помощью украинских властей доказать, что он к Путину не имеет отношения? Но мне кажется, что у Романа Аркадьевича Абрамовича с Украиной все в порядке. Просто Роман Аркадьевич Абрамович, будучи человеком одним из самых умных в этой российской элите, он как раз не хочет быть первопроходцем.